Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Елдашев. И сегодня я презентую вам уникальный видеорепортаж с уникального завода. Дело в том, что мы за прошедший год посетили очень много предприятий, да и в этом году презентовали вам очень много встреч, интересных репортажей. Это было Алексинская тяжпромарматура, Пензтяжпромарматура и многие-многие другие заводы. Но нас не оставляло в покое одно предприятие, про которое мы очень часто слышим на выставках и на мероприятиях. Это завод Бёмер Арматура. Дочернее предприятие завода Бёмер Германии, по сути являющийся локализованным предприятием, производством, организованным в Казахстане, в городе Караганда. И вот сегодня мы приехали на это предприятие, мы решились, мы посетили его, мы созвонились и, конечно, попросили сюда в гости. На самом деле ощущение двояки. Во-первых, ты видишь масштабность, ты видишь задел и мощность, которую принесли сюда немцы в локализации. С другой стороны, ты понимаешь, что локализация – это процесс переноса технологий. Перенести сразу все технологии за один момент не получится. Именно поэтому сегодня завод Бёмер находится в стадии такое развития. И, собственно говоря, здесь мы видим те технологии, которые я уже видел и понаслышке знаю из Германии, из Европы. Но более подробно о производстве, о его цикле, конечно, контроле качества нам расскажет начальник производства Вайс Василий, который с удовольствием поделится с нами мнением о технологиях. Василий, здравствуйте! Рада вас приветствовать. И традиционно мы не могли не начать с заготовительного производства, там, где все начинается. Несколько слов, пожалуйста, о вашем предприятии Бёмер Арматура и, конечно, о процессе заготовительного участка. Здравствуйте, Игорь. Как вы уже сказали, начало процесса, хотел бы вас поправить немножко, что начало производства начинается не с заготовительного, а с входного контроля. Изначально, когда к нам поступают детали, трубный прокат, все в первую очередь проходит входной контроль. По своим критериям, каждая деталь имеет свои требования по контролю, по входному контролю. Все проходит контроль и отправляется на места складирования. После этого, по мере потребности, оно отправляется на свои участки. Либо это детали идут изначально на распилку, как видите здесь, либо она отправляется изначально на сборку. Все зависит от предназначения данной детали. На данном участке производится распилка труб. Мы распиливаем трубы здесь от 15 диаметра до 325 трубы. Мощность данного станка до 420 диаметра. Здесь мы можем распиливать как одну трубу, так и несколько мелких труб одновременно. Здесь используются прижимные домкраты, которые позволяют зажать и обеспечить безопасность распила. Василий, если говорить о назначении распиливаемых деталей, куда пойдут дальше эти пакетники? Данные трубы будут иметь предназначение как приварных патрубков, как защитные трубы, удлинители штоков и некоторые детали, которые мы в последующем перерабатываем. Отлично. Василий, если все-таки говорить о контроле качества, вы сказали, что есть входящий контроль. Но я так понимаю, что существует межоперационный контроль, то есть маршрутные карты, и даже ваш человек, который занимается распиловкой, заносит размеры, количество труб. Вообще, существует ли сегодня система автоматизации, подачи информации, заготовок, распределения вот тех самых труб, которые пойдут дальше уже у вас в производство? Конечно, имеется. После поступления в цех, после проведения входного контроля, каждая деталь укладывается в определенное место в соответствии с программой Arctis. Эта программа позволяет нам определить место нахождения на любой стадии любой из деталей. Мы можем зайти в программу Arctis, к ней доступ имеет, начиная от кладовщика, заканчивая директором. Каждый может выяснить количество деталей, где они находятся, в каком количестве и их параметры. А после прохождения входного контроля, после поступления на склад, детали выходят со склада совместно с рабочей картой. Каждая операция визируется и подписывается каждым из операторов. По окончании каждого из процессов проводится операционный контроль. После чего детали либо направляются на склад, если это не конечный пункт, либо конечная деталь уже отправляется на упаковку или отгрузку. Замечательно. Спасибо вам большое, Василий. Уважаемые друзья, не будем затягивать заготовительным производством. Следующий момент мы перейдем с Василием к входящему контролю. Потому что хотелось вам показать действительно натурно вот эту пилу, эту трубу, которая идет распиловка. Ну и, конечно, показать вам то предприятие, то производство, которое здесь находится в Караганде. Василий, предлагаю пройти к следующему моменту. Друзья, мы с вами не прощаемся. До встречи в следующем моменте видеорепортажа. Дорогие друзья, я чуть не забыл, освещая производство заготовителя, о том, что самым главным показателем заготовительного производства является не только работающее оборудование и, собственно, подготовленные специалисты, но и, конечно же, входовой контроль. Контроль, где происходит приемка будущей трубы, трубы, которая будет использоваться для будущих кранов. И вот, собственно говоря, за нашими спинами сейчас видите, как происходит подобная приемка. Именно о методах, о контроле и вообще самой философии качества сегодня вам расскажет Василий. Мы продолжаем с вами освещать заготовительное. И, собственно, вот я от вас хотел бы услышать, как происходит вообще, по каким стандартам приемка у вас. Мы видим, что человек производит какие-то замеры. Можете подробнее рассказать? На данный момент проводится входной контроль трубы. Труба поступает на в данный цех, здесь разгружается, укладывается на подкладные деревяшки, и на них производится контроль. Замеряется овальность трубы и замеряется толщина. В соответствии с ГОСТом, по ГОСТу есть критерии отклонений, плюс и минус, но они должны быть выдержаны. В случае того, что если данные параметры не выдержаны, труба отправляется, пишется рекламация поставщику, и, соответственно, труба будет возвращена назад. В случае прохождения представитель контроля качества будет отметить, в отчет внесет данные, сделает отметку о том, что труба прошла, и она отправится на стеллажи. Расскажите, вот из практики вообще, какая труба может не пройти, то есть по каким параметрам? Вы сказали, что отклонения в плюс-минус. Насколько могут быть отклонения различными? Отклонения будут варьироваться в зависимости от диаметра трубы. Чем меньше диаметр трубы, соответственно, допуск на эллипсность и на толщину уже, соответственно, меньше. Чем больше диаметр трубы, соответственно, отклонения увеличиваются. Мы заметили, что вы используете в своем производстве бесшовную трубу. Почему именно выбор на бесшовную трубу у вас пал, а не как многие изготовители используют шовные или спиральные шовные трубы? Мы используем бесшовную трубу в связи с тем, что отклонения по эллипсности у бесшовной трубы намного меньше, чем у шовной. И также отсутствует именно концентрация напряжений на шве. То бишь, если мы будем использовать сварную трубу, там на шве может образовываться напряжение, которые могут привести к различным деформациям и дефектам. Ну, если все-таки говорить о диаметром ряде, мы видим, что у вас и 300-я труба есть, и 159-я. Какие еще типы размера труб вы используете в своем заготовительном производстве? Трубы мы используем от 15 диаметра и заканчивая 325-й трубой. По толщинам у нас варьируется от 3 мм до 30 мм. Замечательно. Ну, уважаемые друзья, от теории к практике я позволю себе взять вот документ, который заполняет, конечно, коллега, просто чтобы вы рассказали, показали по нему, какие здесь параметры уже указаны. То есть, уважаемые друзья, я хочу показать тот контроль качества, систему качества, которая происходит здесь на локализованном предприятии Бёмер. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах. При поступлении трубы, прежде чем пойти на контроль, представитель контроля качества берет, распечатывает отчет поступления товаров на завод. Он прописывает поставщика, на данный момент это Урал-Промстрой. Он прописывает номер заказа, по которому пришла данная труба, размер, номер плавки прописывает, материал, из которого изготовлена данная труба. Здесь есть схема, на которой указаны буквенное обозначение по радиусу, по окружности и номера мест, где должны быть произведены замеры. То есть по окружности должны быть произведены замеры по толщине. Это в точках А, Б, С, Д. Это 4 точки, соответственно. И внешние диаметры, внешние размеры диаметров в двух местах, соответственно, АС и ДБ. Я вижу, что у вас тут уже прописаны также размеры, то есть толщина. И получается, вычисляется средняя толщина, так? Нет, вносится, как видите, количество труб, проверенных на данный момент. Вносится каждый параметр. Каждый замер вносится в данный отчет. И в соответствии, если один из параметров будет будет за пределами критериев приемки, труба будет полностью непригодна. Она, иными словами, выбраковывается, да, и возвращается поставщику. Да. Замечательно. Вот такой простой, незатейливый документ, уважаемые друзья, с которого и начинается то самое качество. То есть, когда говорят, что просто мы берем трубу на пакетнике без входящего контроля, я думаю, это немножко люди лукавят, то есть нет того контроля, нет системы. и нет понятия производства. Здесь хотя бы, хоть и локализованное сборочное производство, но к системе качества люди подходят основательно, и на самом деле это видно на каждом шагу. Я предлагаю переместиться в следующий этап, уважаемые друзья, с Василием, который более подробно продиктует и расскажет о самих этапах производства и, собственно, локализации. Я, как понимаю, из разговора с руководством Бёмера, есть планы по расширению предприятия. Поэтому, уважаемые друзья, я предлагаю перенестись на следующие этапы производственного цикла Бёмер, именно локализованного производства, и показать вам ту самую систему, которая здесь существует и расположена в Карагандинской области. Спасибо вам большое.